Близка катастрофичная ситуация на предприятии «Облкоммунэнерго». Оно обслуживает электросети в 10 крупных районах региона. Из-за финансовых трудностей деятельность предприятия под вопросом. Оно не может рассчитаться со своими кредиторами и даже с сотрудниками по заработной плате. Почти 2000 работников предприятия отправлены руководством в вынужденные отпуска. Сегодня этот приказ отменен. Это решение доведут до руководства предприятия. Служба финконтроля даст заключение, мы сможем более детально рассказать о том, что на самом деле привело к тем причинам, которые мы сегодня видим в виде результата об отправлении работников предприятия в вынужденный простой. Предприятие будет сохранено? Безусловно.